чем слушать меня. Я владелец компании, мне уж точно нельзя доверять. Послушаем доктора Грега Хауза, известного своей честностью, помимо прочего. Леди и джентльмены, доктор Грег Хауз. Исключительная приверженность Eastbrook Pharmaceuticals к качеству исследований ярко выразилась в их новом ингибиторе АПФ. Это прорыв в медицине, который защитит миллионы от сердечно-сосудистых заболеваний. Это не речь. Я раскрыл суть. Для пресс-релиза уже достаточно. Форман? Или Кэмерон. Забыл упомянуть пару моментов. Эд Воглер – талантливый бизнесмен. Отлично разбирается в людях, добивается победы всегда и во всем. Знаете, откуда я знаю, что новый ингибитор АПФ хорош? Потому что и старый был хорош. А новый, по сути, то же самое, но только дороже. И намного. И это еще один пример талантов Эда. Едва истекает патент на один из его препаратов, он дает команду своим ребятам чуть-чуть его изменить и патентует заново. Создавая не только бессмысленную новую таблетку, но миллионы и миллионы долларов. И ведь это хорошо для всех. А пациенты... Какая разница? Нечего болеть. Ясное дело, Бог их все равно не любил. Ну а все здоровые люди в зале, давайте поаплодируем Эду Воглеру. Добавил шутку.